В сети Bitcoin Cash состоялся халвинг. Около 33% Bitcoin Cash ни разу не перемещались, и Revolut предоставил доступ к криптовалютам и золоту. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! В сети Bitcoin Cash, крупнейшем форке оригинальной сети биткоина, состоялся халвинг. Награда майнера за добытый блок уменьшилась с 12,5 BCH до 6,25 BCH. Накануне события цена монеты демонстрировала уверенный рост. У другого известного форка биткоина BCV халвинг состоится менее чем через 2 дня. Около трети монет Bitcoin Cash ни разу не перемещались за все время существования криптовалюты. Такие данные в своем новом отчете приводит компания CoinMetrics. По наблюдениям аналитиков, 6 миллионов BCH остается на начальных адресах в момент отделения Bitcoin Cash от основного блокчейн биткоина 1 августа 2017 года. Всего было выпущено около 18,4 миллионов BCH. Таким образом, 32,6% монет были утрачены либо находятся на долгосрочном хранении. Британская финтех-компания Revolut, пользовательская база которой насчитывает более 10 миллионов человек, предоставит всем клиентам доступ к криптовалютам и золоту. Ранее криптовалютные счета и торговые операции с цифровыми активами могли использовать только клиенты с уровнем Premium и Metal. Фирма планировала расширить опции на аккаунты стандарт позднее, но из-за экономической турбулентности, вызванной пандемией COVID-19, ускорила решение. Банк международных расчетов считает, что повсеместное внедрение государственных криптовалют центральных банков значительно ускорится. Эксперты BIC подчеркивают, что их рекомендации связаны с тем, что у CBDC есть сильные стороны, которые очень важны, когда человечество борется с пандемией коронавируса. Общую тенденцию поддержали аналитики Банка Англии. В ходе вебинара, прошедшего на этой неделе, специалисты, работающие над государственной криптовалютой, заявили, что частные компании могут сыграть важную роль в выпуске и распределении цифровых денег. Это были все новости на сегодня. Увидимся на следующей неделе. До свидания.